Вот сегодня все, я что-то пригорел. Короче говоря, дотер. При поддержке группы Vine Video. Сегодня Макс с утра задалбывал нас объявлением о том, что сегодня у него мегаважный турнир в Доте. Ну нам как бы было пофигу, но Макс важным лицом рассказывал нам, что нельзя ему мешать. Из киберспортивного у Макса было только телосложение, так что мы с Мишей к этим заявкам относились несерьезно. Ближе к вечеру Макс закрылся у себя в комнате. Ну и слава богу, подумали мы и продолжили заниматься своими делами. Из комнаты Макса доносились дикие крики. Миша на минуту даже подумал, что ему нужна помощь, но мы решили не вмешиваться. Через полчаса мы пошли на кухню ужинать, но нам это не удалось. За столом сидел Макс и с опасным видом люто играл. Сначала мы боялись что-либо возразить. Потом Миша все-таки сказал, что мы хотим покушать. Макс сказал, что на кухне ему больше везет, но все-таки здравый смысл подсказывал, что на кухне нужно кушать, а не играть. Макс сказал не приближаться к столу, потому что мы можем испортить ему энергетику и он начнет проигрывать. Миша сказал, что может испортить Максу форму лица, если он не даст нам покушать. Я предложил забить на весь этот бред, потому что у Макса заняты руки, и он все равно не сможет ничего нам сделать. Макс сказал, что готов кусаться, но турнир сливать не будет. Мы с Мишей решили просто взять еды и пойти к нему в комнату. У меня аж аппетит пропал при виде такого задрота. Пока мы ели, Миша вспомнил, что нужно собрать его письменный стол. Вроде бы все было просто, прикрутить 4 ножки. Но это дело затянулось на час. Со столами у нас еще давно отношения не сложились. 3 ножки мы почти прикрутили, осталась еще одна. Пока я искал шурупы, которые рассыпались по всей комнате, Миша пошел в туалет. Но там его уже ждал сюрприз. Этот 90-килограммовый сюрприз играл в доту на унитазе. В этот раз аура везения находилась именно в туалете. Миша вернулся в комнату со злыми глазами и сказал, что он может простить все. Но когда посягнули на святое, он терпеть не станет. Миша долго водил глазами по комнате, потом взял 4-ю ножку и пошел освобождать свой трон. Теперь мы едем покупать новую ножку для стола, а Макс больше не считает туалет местом с хорошей аурой. Чрезмерное занятие киберспортом вредит вашему здоровью. Короче говоря, дотер. Друзья, всем привет! Если вам понравился ролик, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока!